Мир вашему Богу. Сегодня по народному календарю православный праздник День Мефодия. Народный праздник раздали Мефодий Перепелятник. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память святого мученика Мефодия Татарского епископа, благоверного князя Глеба Владимирского, сына святого Андрея Боголюбского, мучеников Ирины, Фины, Иримы, Скифов. Празднуется перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, Мири Григория, святителя Мины, епископа Полоцкого, святителя Лесия, исповедника, епископа Грунтисиопольского, праведного Николая Кавасила и другие православные святые, имена которые вспоминали в этот день. Также сегодня празднуется икона Божьей Матери Мадленская Кассинская. Поздравляем всех с праздником, всем, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшему мире иной.